Привет! Вы на канале «С миру по факту», а меня зовут Александр Гришин. Я снова возвращаюсь к теме страшных пранков. По традиции для разогрева вначале пойдут простенькие пранки. Ну а в конце самая жесть, так что обязательно досмотрите до конца. Ну что ж, поехали! Вот скажите мне, вас может напугать эта маленькая собачка? Вряд ли. Создатели пранка приделали ей две игрушечных головы, и вот что из этого вышло. Да, увидев такое ночью, сразу и не врубишься, что к чему. Далее, еще один простенький, но уже более пугающий розыгрыш. Взяли квадрокоптер и соорудили вот такое вот чучело. Что-то типа ведьмы со светящимися глазами. Ночью в темноте выглядит довольно устрашающе. Ну а дальше остается только найти жертву. Переходим к более серьезным и пугающим пранкам. Дело будет происходить в метро, ночью, когда посетителей минимальное количество. Один из вагонов специально переоборудовали. Сделали все, чтобы создать атмосферу ужаса, мигающий свет. По прибытию на станции двери не открываются. А свет вообще на мгновение гаснет, и когда он зажигается снова, то появляется она. В общем, смотрим. Посмотрите на этого парня. Его зовут Гарри. Он очень добрый и простодушный. А еще он очень боится смотреть фильмы ужасов. Его друг, зная об этом, решил его разыграть. В общем, его попросили посмотреть за маленькой девочкой, мама которой собралась пообедать с отцом в ресторане.
В ходе диалога с мамой выяснилось, что у девочки есть сестра, которая, к сожалению, недавно умерла, и девочка очень переживает по этому поводу. Далее Гарри знакомит с девочкой, а мама уходит. Девочка рассказывает парню, что ее сестра постоянно говорит с ней и зовет поиграть, но мама этого не слышит. Через минуту шоу началось. I'm Gary. What are you doing with my sister? We're just playing. I want Alyssa to play with me. I don't wanna play. Alyssa, no. Далее он звонит маме девочки и просит ее вернуться. Призраку это не понравилось, и она начинает действовать. Oh my god! Oh my god! Please come home. What happened? Да уж, нехило так напугали этого паренька. Далее не менее интересный розыгрыш. Ну а здесь дело уже будет происходить на кладбище. Месте, где любая мелочь уже может напугать. Начальник охранного агентства говорит, что им поручили охранять кладбище, так как здесь участились кражи. Периодически им нужно делать обход, отмечаясь в специальных аппаратах. Но на этом кладбище все не совсем спокойно. Но этот пранк будет в морге, тоже так себе местечко. Изначально небольшую группу людей сильно загримировали для участия в пранке. В морге на помощь к врачу приводят двух интернов. Врач говорит, что им необходимо надеть халаты и перчатки, а она отойдет ненадолго. А когда вернется, то начнет обучение. Не успели интерны надеть перчатки, как уже стали происходить некоторые странности. Следующей жертвой стали уборщицы, которых вежливо попросили прибраться. Ну и последний пранк мне нравится больше всего.
Его создатели сильно заморочились и перелопатили всю комнату, установив дополнительное оборудование и спецэффекты. В этом пранке вновь нужно присмотреть за маленькой девочкой, так как ее маме нужно отлучиться. Дело происходит поздним вечером. Мама говорит няне, что девочка уже уснула и нужно просто побыть некоторое время рядом, пока она не вернется. Спит девочка в этой комнате. Няня, которую зовут Каролина, заходит в комнату и видит, что девочка не спит. Она стоит рядом с телевизором и разговаривает с кем-то. Неожиданно девочка поворачивается и говорит: «Привет, Каролина!» Няня удивилась и испугалась одновременно, ведь она не называла своего имени девочки. Каролина спросила: «Откуда ты знаешь мое имя?» На что девочка ответила, что это они мне сказали. «Кто они?» – спросила Каролина. «Это люди», – ответила девочка и добавила: «Они идут за тобой». Ну а дальше вы все увидите сами. До последнего. Вступай в ближний бой. Отражай внезапные атаки. Используй большие пушки и новейшие технологии. Судьба этого мира в твоих руках. Ну что ж, вот такие вот пранки снимают за бугром. Думаю, видосик заслужил вашего лайка. Если вам нравятся подобные видео, то в конце ролика вы найдете ссылку на плейлист со всеми выпусками. Можете посмотреть, там очень много интересного. Не забудьте поделиться этим роликом с друзьями. Ну а я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока!